Так, приветствую, накусим вам, мои дорогие любимые коты и кошечки. Вы на канале Константина Якушева, я Черная Пантера, автор и ведущий данного игрового канала. И добро пожаловать в нашу семью кошачьих любителей видеоигр. Сегодня в нереальную сотню я принес вам игру, которая называется Lunar 2 Eternal Blue. JRPG-шка выходила на PlayStation, на Сатурне, на Sega CD. На плойку первую выходила чисто в Японии в 99-м, и только в 2000-м ее портировали в Америку. JRPG-шка, поэтому пока не стал ее заносить на канал на 100% прохождение. Помимо этого, есть еще одна такая тема, вроде бы эта игра подвязывается с сохранками из первой игры и выдает вам какие-то дополнительные плюшки или бонусы. Я точно не помню, сказать не могу. Но игра вроде как гениальнейшая, что первая часть, что вторая, люди от нее были в восторге. И вроде бы, если мне не изменять память, на уровне Хроно Триггера к ней относятся, то есть тоже любят играть, тоже прикольные темы. Я точно помню, что когда в детстве мы покупали книги с кодами по этой игре, в магазине у нас был, там было часто прохождение этой игры, куда чё идти, чё делать, то есть игра, видимо, пользовалась популярностью, и было интересно ее проходить, вот. Но я пока что решил ее не брать на 100% прохождение, ну, просто сами понимаете, пока JRPG-шка, JRPG-шки мы пока на канал особо не берем. Так что давайте посмотрим, что за игра, действительно ли она такая гениальнейшая, с хорошим сюжетом, с хорошим саундтреком, потому что я вот слушаю за главную тему, она классная, вы вот слушаете, вот пока я болтаю, она прям вообще классная. Вот, посмотрим на геймплейчик и все в таком роде, ну и собственно, может быть кто-то из вас захочет в нее поиграть. Пока что устраивайтесь поудобнее, наливайте чай, кофе, мне сейчас будут периодически звонить, поэтому я буду запись на паузу ставить какое-то время. Вот, посмотрим с вами на игру и собственно, да. Вот. Так что, спасибо, что смотрите. Не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. Поставьте, пожалуйста, лайк этому летсплею. Прочитайте описание, пожалуйста, под этим летсплеем. Там указано много полезной информации. Можете оставить комментарий. В общем, короче, ребята, ваши подписки, лайки, просмотры, комменты, все это помогает мне в продвижении моего контента. Поэтому не проходите мимо. Также, пожалуйста, если что, напоминаю, в описании под этим летсплеем указаны, да, моя карта Сбербанка, Donation Alerts и Boosty для вашей финансовой поддержки. И, собственно, выражаю огромнейшую благодарность моим спонсорам с Boosty, моим дорогим и любимым котам и кошечкам за то, что вы меня поддерживаете денежкой раз в месяц, за то, что такая финансовая поддержка помогает мне жить, снимать еще множество качественного контента, множество прохождений на 100%, множество прохождений со своей озвучкой, переводом и все в таком роде. Спасибо вам большущее, огромнейшее прям человеческое спасибище. Вот. Также я благодарю всех из вас, кто поддерживает меня донатами на карту Сбербанка, на Donation Alerts, и благодарю всех из вас, кто поддерживает меня активностью на канале, всех своих подписчиков. Спасибо, что лайкаете, смотрите, приходите на стримы, поддерживаете, в общем, с всякими разными методами. В общем, сами все прекрасно понимаете. Всем вам большое спасибо, вы помогаете моему каналу становиться лучше. Приятного просмотра, давайте начинать. Новая игра. Заценим, пощупаем, потрогаем. Что же это у нас такое? Hanging silently in space. The world in the shadow of the blue star was once a lonely, barren place, unfit for habitation. However, Althena took pity on that world and transformed it into a place of beauty and wonder. She called the new world Lunar. Time and circumstance conspired to force Althena to populate Lunar with people from the blue star, and, just as on the world from which they came, life was held in a delicate balance. Through times of peace, war, chaos, and battle, the blue star loomed as the only constant in the new world. Thousands of years passed, burying the origin and purpose of the blue star in the sands of time. Eventually, inhabitants of Lunar forgot why the blue star was there or how it came to be, until a girl awakened that could join the two worlds, or tear them apart forever. Ну, в общем, нам тут рассказали про сюжет, что есть планета голубая, над которой сжалостивилась какая-то богиня Афина и сделала ее местом чудес и всего остального. И типа, время шло, многие забыли, и на этой планете на основной были какие-то войны, там голод, а планета вон та, которую Афина окрестила Лунаром, она, значит, стала какой-то классной. Ну, я вроде понял так. Прошу простить, могу, короче, не совсем сильно улавливать сюжет. Так что перевожу по мере возможностей. Фига себе, тут анимации какие, прикиньте, для плойки первой. Это ж ого-го, чё было-то?
И типа есть какая-то девушка, которая проснется, и она станет либо погибелью, либо спасением для всего человечества. Ой, письку не нарисовали сиськами. Цензура, цензура. Так, ладно. Завязка, в принципе, пока что относительно понятна. Трава зеленая. Понятно. Больше ничего не существует. Все, короче, будет уничтожено. То есть вся земля, вся зеленая почва, все джунгли. Ух, нифига себе, это что за такой красноглазый демон появился? Нифига себе. И она пробуждается, потому что она увидела, как появилось что-то черное, что пытается уничтожить мир, да? И вроде как она, типа, либо его спасет, либо присоединится к уничтожению мира, так что ли. Ладно, окей. Eternal Blue. Название второй части, то есть Lunar 2 и Eternal Blue. А на трех дисках, если я правильно помню, выходила. Вот, Shadow Madness, который у меня тоже был недавно на канале. Он выходил, если я правильно помню, на двух дисках, а Lunar вот этот второй выходил на трех. А первая часть вроде бы была на двух или на одном, я точно не скажу. Мадам, вы бы Тити и Пип-Пипю закрыли бы, а то простудите кормилицу-то. Ядрить колотеть. Холодно же. Еще не пришло время для моего пробуждения. Че, пацаны, оняме? Смотрим оняме. Да нафиг игра, это аниме в натуре.
Что-то пошло не так. Ужасно что-то пошло не так. Да, например, ты голая и морозишь кормилицу, поэтому, мадемуазель, вам бы одеться? Потому что по-любому вам встретится какой-то герой, от которого у вас будут дети. А если вы застоите кормилицу, у вас не будет детей, поэтому что ж вы это? Что ж вы так? Не бережете вы себя. Тем временем в какой-то башне, в какой-то пустыне окаменелой, где куча воды. Ты чё, дебил? А, ладно, нет. Руби, did you say something? Руби, ты чё сказала? Oh, great. Don't tell me you're hearing voices now. I'm sure I heard something. Не говори, что слышишь голоса сейчас. Я уверен, что что-то слышал. I sure brought Grandpa's chisel. This is way harder than I thought. Похоже, эти типа камни более тяжелые, чем я думал. Trap? What trap? Поторопись, иначе что-то попадешь в ловушку, что-то не успел перевести. Ловушка? Какая ловушка? Why didn't you tell me about that earlier? Что ты мне об этом раньше не сказала? Я сказал, он ты слишком занят был выкачиванием этого камней, чтобы меня услышать. А, да подожди, я почти забыл. Поторопись, Хиро. Подожди, это летающая киса? Неплохо. Вот, я достал. Так, правый сапфировый драгоценный камень. Красивый, и он полностью ваш. И надо еще левый будет забрать, да? Что это за тряска? О нет, выход закрывается. Поторопись. А чё, опять озвучивали где-то из унитаза, что ли? Ай, веревка сломалась! Ну, пипец! Извиняюсь, я бы хотел как-то более ругнуться матом, но ладно, сдержусь. Потому что в такой момент русский бы человек сказал, ну, жопа. Да ты не плачь, я живой. Хиро, не умирай в моих руках. Ты не можешь умереть. Да женщина, блин, там не так высоко падать было. Да я в порядке, okay, Руби, просто немного царапин, наверное. Okay, ладно, договорились. Больше никаких исследований. Я больше не могу делать это, Хиро. Мы всегда оказываемся в какой-то Тихо, Руби, слушай. What? Что? Ай, диги-ди-ди-ги-дай. Ой, извините, я чувствовал мимо. Давай, Руби, убираемся отсюда. А можно не надо? Можно я сражусь? Ладно, нельзя. Well, looks like you've caught us in another messy situation. Похоже, мы попали в какую-то ситуацию. By the way, кстати, if you haven't figured it out, если вы еще не поняли, Hero, меня зовут Хиро. And the flying cat is named Ruby. А летающую кошку зовут Руби. She's actually a baby red dragon. Но она говорит, что она ребенок красного дракона, но я что-то не очень верю. Ну и вообще тоже плевать. Like мы друзья с ней, похоже, целую вечность уже. И тут музыка из маски-шоу. Мой дедушка был археологом, который обучил нас, как и заниматься археологией. Ну, не такой археологией. Я типа кайфую, когда вижу такие подземелья, про которые все забыли и которые были утрачены во время. Потому что то, как мы видим мир сейчас, это результат того, что было давно. И такие руины могут доказать это? Нет! Так мы выбрались или нет? Алло. 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 Интересно, а как мы выбрались на выбор? Фух! Это было близко. Один из этих огненных гулей подпалил мои эти крылья. Но, слушай, это же маленькая цена, которую нужно было заплатить за то, что мы нашли такой огромный драгоценный камень. Ой-ой, нам лучше вернуться в дом к дедушке, прежде чем он начнет о нас переживать. Так, ну, я могу теперь ходить. Руби вызывает Хиро. Пойдем, Хиро. Этот камень, который нас недавно чуть не задавил, помнишь? Мы не можем вернуться обратно в руины дракона, пока не найдем другую дорогу внутрь.
И мы не попадем в пещеру, пока эта штука блокирует вход. Так, ну, смотрите, крест — это взаимодействие, квадрат. Вот это меню вызывает магия, предметы, экипировать и систем. В систем можно сохраниться, загрузиться, тактика, опции. Подожди, а сохраняться можно вообще в любое время, что ли? Ничего себе, ладно. Так, ну, боевка пока непонятно, какая будет, если чё. То есть я пока ни с кем не сражаюсь, никого не поймал, так что пока непонятно. Блин, саундтрек классный, как будто в хентайную новеллу играю визуальную, прям вообще нравится. Так, чтобы бегать круг, зажимай этот. Нажимайте один раз круг и вот так ускоренно бегаете. Но через какое-то время вы перестаете бегать и надо нажимать кнопку заново. Так, это хилка, наверное, да, это чё? Это враг. О, первый враг. Ну, давай посмотрим, как с ним сражаться. Так, музыка. Так, ну, судя по всему, пошаговая будет. Отлично, это уже плюс. Это уже плюс. Так, тактика, сбежать. Тактика, что за тактика? Тактика 1, тактика 2, тактика 3 и какие-то записи. Не знаю, что это значит за тактики, ну ладно. Так, АИ, искусственный интеллект и управление, да? Да, искусственный интеллект. Можно отдать ему команду, чтобы он атаковал. Я понял. Треугольник отменяете. Искусственный интеллект. И начинаете действовать самостоятельно. Окей. Так. Управление. Что у нас есть? Атака, магия, защита, использование предметов. Магия. Бумеранг. Тратит 3 маны. Типа, атакуете оружием, и оружие возвращается к вам обратно. Давайте попробуем. Бумеранг. Фига себе сильный. Так, ну Кисси атакует сама по себе. То есть я тут вообще никак не участвую. Все. Вы нашли 5 экспы, вы получили 6 S. Это какой-то доллар перевернутый. Это какая-то местная валюта, и никаких предметов не нашли. Так, у меня 26 здоровья осталось. Надо отхиляться, потому что что-то мне прям здоровье похерили, дай бог. Здоровье прям. Побег от этих всех огненных монстров и гигантских камней меня утомил. Хира, почему бы нам не остановиться возле статуи и не помолиться, чтобы получить любовь Афины? Я всегда чувствую себя лучше после того, как на нас спускается благословение богини. Ну, то есть это намек на хил идет, да? Да, то есть видите, хил. То есть вот эти статуи, они делают вам хилку, я понял. Так, ну, соответственно, ладно, я понял. То есть мы качаемся, естественно, как типичная JRPG. Окей. Меня это устраивает. Лучше, чем было в Eternal этой... или как он там? Я забыл название игры, извините. Вот, недавно же было на канале, твою мать. Ладно. Так, 36 здоровья. Да и бог с ним, в принципе. Нормально, пока живем. Ёх ты, я могу двойные атаки делать. Ничего себе, вот это прикол. Так, у меня осталось 15 хп. Чё-то, короче, блин, слабовато с самого начала против этих врагов, конечно, сражаться, блин. Так, никаких предметов, 5 экспы и 5 денег. Слушай, у меня хилка есть в чемодане, а то я сейчас тут помру молодым и все. Предметы. Восстанавливает немножко здоровье. Трава, 5 травы, да? Вот если я как бы мог бы, понимаете, к этой бежать. К богине, но давайте не будем запариваться. Пока что, пока трава есть, будем пользоваться травой. Ох, ни хрена себе, так подожди. И сейчас меня убьют, да? Спорим? То есть это такая JRPG, в которой надо, короче, это все-таки с самого начала вообще убегать от врагов, чтобы люлей не получать. Хотя Кисси на самом деле, кстати, помогает. То есть ее удары, в принципе, тоже в кассу идут. Наш герой может делать по 2 удара. Не знаю, с чем это связано, но с чем-то это связано. Так, нифига себе. Кися. В натуре Кися, дочь дракона какого-то там красного, слушайте, такими темпами, ну. Все, победили. Никаких предметов, 5 экспы и 5 денег. Окей. Так, слушай, я предлагаю сейчас к статуе реально вернуться, потому что я чувствую, что травы у меня не хватит сейчас всех врагов тут. Заваншотать, разваншотать. И на самом деле, слушай, меня не... Ах ты ж, мразь летающая. Ладно, хорошо. Хорошо, придется хил использовать. Так, предмет. Starlight восстанавливает МП и правый сапфир. Спешл предмет. Так, давай хиляемся, пока меня не размотали тут. Heal!
Пью! 40 хп уже неплохо. Так, это, блин, проблема, слушай, 5 врагов. Так, подожди, они не атакуют сразу. То есть нужно какое-то расстояние до меня дойти. Я так понял. И только после этого, когда они ко мне в какое-то расстояние подходят, то они меня могут дамажить. А пока они до меня не дошли, они меня дамажить не могут. Ну ладно, в этом есть, кстати, что-то такое интересное. Может быть, поэтому так тостику нужен? Подожди. А давай сейчас проверим, если я поставлю тактика 3. Это типа я 3 врагов буду атаковать разных, получается, да? Ну-ка. Систем. Тактика. Так, не, подожди. Атака 1, атака 2. Акт 1, акт 2, акт 3, подожди. Тактика 2. Акт 1, потом пропуск, потом акт 2. Тактика 3, это раз-два и ничего не делаем. Слушай, ну по факту, а можно мне выбрать тактику, где я вообще постоянно атакую? У меня вопрос. Чё-то немного непонятно. Ну, в общем, надо как-то понять, что это за система. И научиться ей пользоваться, наверное. Потому что, я так понимаю, в этой игре, наверное, тактика играет ключевую роль. Может быть, кстати, в Гранди, я вот в Грандию не играл. Может быть, в Гранди примерно такое же ощущается, нет? Надо подумать, посмотреть. Так, это у нас выход, наверное, да? Так, молодой человек-муха, вы меня простите, но... Я думаю, вы понимаете. Данжби. То есть две атаки делать. Если я выберу вторую тактику, да? Если я выбираю вторую тактику, то во второй тактике я, получается... Атакую раз-два, а на третью ничего не делаю. Если выбираю третью, то я атакую, ничего не делаю, атакую. То есть я не совсем понимаю. Нет, я пока не понял. О, левелап, отлично. А чё у меня атака один? Я чё, лох что ли какой-то? Я думаю, я не лох, а я лох. Я археолог, но я лох. Эх, обидно. Сказать по правде, очень даже обидно. Ну ладно. Ну вот, конечно, то, что бега постоянного нету, это, не знаю, это не очень хорошо. Ой. Ой-ой, что же мы теперь наделали? Или что нам теперь делать? Да ничего, прыгай, ёпт. А, это за мной кто-то приехал? Ничего себе. Или это мадмуазель, которая очутилась... Хотя нет, это какой-то, я не знаю, военный корабль, что ли. И небось какие-то наши враги, да? Ой, а можно не дымить? Всю природу загрязняете, говноеды. Выключите кальян, пожалуйста. О, Хиро! Смотри, на корабль. Невероятно. Что за чертовщина? Похоже на корабль, только у него есть паруса. Hey, эй, ты! Yes, да! Ты там! Чё ты делаешь тут? Чё за мудак, говорит? Меня зовут Хиро. Это Руби. Назовитесь. Я белый рыцарь Лео, какой-то там стража. А это корабль дракона Судьба. А теперь, слушай сюда. Вам, детишкам, нужно уйти отсюда. Здесь не нужно, мне нужны здесь гражданские, которые окажутся в случайном этом месте здесь. Так что быстро убирайтесь отсюда. Чё, тут какие-то военные действия, что ли, будут? Походу. Или где-то разрушение какое-то будет. Может быть, это потенциальный чувак, который на в команду потом попадет, как вариант. А может и нет. Фиг его знает. Да он такой надменный. Спасибо за предупреждение, но мы сами будем принимать решение. Не правда ли, Хиро? Удивительно. Вы, местные жители, не только грубые и неотесанные, но ваши животные такие же. Что? Я не его животное, мистер, и попрошу вас это не забывать. Простите? Но вы только что сказали, что вы лидер стражи Альфены. А что это такое? И почему богине требуется ваша защита? Что? Ты настолько глупый, что вообще не в курсе, кто, что существуют защитники твоего мира?
Ладно, возможно, я проведу небольшой экскурс и научу вас. Хира, так тебя зовут, не так ли? Короче, наш мир появляется, входит в эру тьмы и разрушения, Хира. Так было сказано в пророчестве. Но пророчества не вписаны в камень. Они всего лишь рассказывают о возможном будущем, а не том, которое нас ожидает стопроцентно. И поэтому вы в данный момент что-то наблюдаете драконий корабль «Судьба». А я страж Альфены. Я обладаю силой богини, я собираюсь спасти этот мир от катаклизма. Теперь после того, как я вас просветил, Хира, я снова прошу вас покинуть это место прямо сейчас. И забери свою кошку с собой, я не могу гарантировать вашу безопасность, если вы останетесь здесь еще ненадолго. Хелсмен, новые координаты, место назначения, пункт из этого, разработка изучений Гвана, ну короче, да. Кто-то должен научить этого парнишку тому, на что обычно похожи коты. И мне не понравилось то, что он сказал. Эра тьмы, разрушение мира. Слушай, меня это тоже напугало Руби. Что он имел в виду? И когда он уехал, он прокричал имя Гвин. Что ему нужно от дедушки? А, кстати, говоря о дедушке. Он будет на нервах и начнет волноваться, если мы не доберемся скоро домой. Хорошая мысль, Руби. Давай выбираться отсюда. Давай убираться отсюда. Слушай, ну саундтрек, конечно, годный, да. То есть он прям видно, как в кассу подходит. Так, ну-ка иди сюда. Mm-hmm. Муха, нюхай, иди сюда. Я хочу XP, я хочу левель ап. Can I please? Thank you very much. Dungbi. Так, а давай тактику сейчас попробую третью. Атакуем. И в чем суть третьей тактики, я вообще разницу не понял. Давай вторую тактику сейчас возьмем, если получится. Хотя вряд ли получится. Так, 4 экспы, 4 рубля. Карман. Так, уходим. Так, можно жижу завалить, блин, но я что-то хз. Там опять куча врагов, блин, будет. Меня сейчас, по-моему, размотают. Зря я не хильнулся, ладно. А, не, подожди. Так, давай, наверное, бумеранг на вот этот камень. Увернись-ка от этого, говори. Ты, говна кусок. Нифига себе. А, ну да, для такого камня у него что-то достаточно много этих, блин, квадратов для ходьбы. Я, блин, кританул на 19 хп. Не, слушай, тут трава нужна. Я его сейчас завалю точно. Да, я его завалил. Блин, что-то, короче, заметьте. Рядовые враги, а из них предметы не особо сильно выпадают. Показатель хардкорности игры на самом деле. То есть обычно в самом начале в любой JRPG у тебя должны выпадать хоть какие-то предметы из врагов, да? Чтобы тебе облегчить немножко там прохождение. А тут что-то как-то прям, да. Прям чувствуется хардкорность, я прям чувствую. Так, подожди-ка. Тактика, давай тактику номер 2 попробуем. Удар. Да, видите, во второй тактике мы не стали атаковать врага, мы атаковали первого и ко второму подбежали. Первая тактика, это, видимо, атака массовая. А третья тактика. Раз, два и стоять. А первая, получается, тактика, это атака... О, траву нашли. Фух, спасибо. Вот трава мне сейчас как раз-таки нужна. Так, ну давай. Что нашли, то заюзали. Как бы, я думаю, это логично. Ой, сундук. Так, вы нашли траву, она может вам пригодиться. Спасибо. Так, погоди, а мне идти-то куда? Я ж, по-моему, сверху пришел, правильно? Вот отсюда. То есть мне вниз? А, нет, подожди, или я снизу пришел? Слышишь, что за резкий тут? Ну-ка, иди сюда. Фига себе, дракоша резкий. Так.
второго. Блин, вот на 12 хп, конечно, это прям сильно. Слушай, ну, кошечка, кстати, прикольно справляется со своей задачей, блин. На самом деле, но мне бы, наверное, хотелось, чтобы ее атаковать можно было, нет? Хотя бы выбирать, кого атаковать там, например. Ну, ладно. Будем считать, что у нее искусственный интеллект, который может как-то раскидаться самостоятельно. И в подсказках не нуждается. Все, до свидания. Так, сундучелло. Походу я сверху пришел, да, не отсюда. Так. Блин, там два врага целых. Чувствую, сейчас я тут вообще прикурю. У меня травы-то особо нету. Все, короче. Вон те два жука, скорее всего, меня атаковать, конечно, нет. Меня, короче, атакуют. Все. Сейчас меня размотают. И камень меня ваншотнет, скорее всего. Надо будет сейчас траву жрать. Да? Давайте, наверное, не будем рисковать. Давайте съедим траву все-таки. Пожертвуем ходом. Но зато я хотя бы выживу. Не ожидал, что тут столько врагов будет. Реально, очень прямо не ожидал. Жука сначала, а потом камень. Раз и два. Все, откинули. Сука, повезло. Вот если бы я сейчас траву не сожрал, все, короче, это ваншот был бы. Это был бы ваншот, и это в железобетона. Блин, 27 хп. У меня что-то, ребята, мне не нравится то, к чему я сейчас иду. Придется сейчас... Все, последняя трава остается, ребята, и мы, скорее всего, окочуримся. Раз, два. Так, ну вот эти вроде не особо сильно атакуют, да, по 5, по 2 хп. У них, по-моему, у дракона только есть это, это атака сверхзвуком, по-моему, да? Вот, от нее надо как-то уворачиваться, вот это вот. Вот, 12 хп. Но она все равно послабее, чем каменный монстр меня атаковал. Так что мы пока с вами живем, нормально. Все, добили. Блин, предметов никаких. Можно траву, пожалуйста? Я не хочу сейчас умирать. Да, наверное, придется, да? Так, там где-то сундук был. Давай пока сюда не будем идти, к сундуку сначала. Что у нас здесь есть? 100 эс. Так, местная валюта. Хорошо, 100 рублей понаходили, пригодится. Так, ну-ка иди сюда. Какуля летающая. О! Ну, тут, в принципе, пока выживем, я думаю. Можно было подождать, когда враги поближе подойдут. Потому что я сейчас совершил ошибку небольшую, я сам подошел вперед, и в итоге я ловлю урон. А если бы ко мне враги подошли поближе, есть шанс, то, что я бы их задамажил, а на втором ходе, когда враги были бы, они по мне вообще никакого урона не несли. Возможно, возможно. Это не точно, но чисто теоретически. Так, я получил левелап, отлично. 6, 7, 25, 23, 21. Так, удача остается и атака остается. Вы получили уровень, и вы выучили пояс ворд. То есть это какая-то суперская атака, отлично. Ладно. Только она магии, небось, тратит вообще как не в себя. Ладно. На карте, кстати, бегать нельзя. Я вот сейчас пытаюсь бежать, не получается. Так, мне получается вот сюда, к этому кораблю. И в домой, да, где меня дедушка ждет. Здорово, ребята. Ага, так это понятно. Так, я пока никуда не могу пройти, получается. То есть вот здесь что-то могу посмотреть, но на корабле никуда зайти не могу, только со всеми поговорить. Окей. Меня пацаны... А, подожди. Подожди, а что толку-то, что я... А, чем... Подожди. Нет, не могу, я думаю, вазу можно заюзать. Так, подожди, а как я так прошел? Очень странно. Ну, короче, по правой стороне что-то тут делать нечего. То есть тут ни предметов, ничего нету. Вот. Ну, с ними можно поговорить для развития сюжета, скорее всего, они там что-то интересное расскажут, более чем уверен. Ну, а так, деду, дедуля, я дома. Внука сильно не ругай. Помолимся. Так,
где-то какие-то предметы можно обыскивать сейчас, да, скорее всего. Подзорная труба. Это выход у нас, да? Да, это выход. Это выход. Короче, по итогу я скажу так. Пока что, вот то, что мне, я вижу, мне нравится. То есть, если что, играйте самостоятельно. Расскажите потом, как вам игра. Что там есть интересного, что вам понравилось, что не понравилось. Вот, мне, в принципе, пока что вот именно заходит сложно, но интересно. Дедуля? Да, лорд Лео, я потратил много лет на изучение Blue Spire. Я Spire не помню, что такое. Но это осталось для меня загадкой, потому что... И таковое она остается для всех уже на протяжении 100 лет. Вы не можете ожидать, что я буду знать все его секреты или даже какие-либо из них. К тому же, что привело вас к заинтересованности вот этим спайром? Голубые звезды, секретные загадки. Ха, какую простую жизнь ты ведешь, мой старый археолог. Моя работа более важнее, чем просто раскапывать офал... Не знаю, что такое офал предков. Разрушитель придет в наш мир, и Blue, голубой спайр... будет тем местом, в которое он как раз-таки попадет. Богиня Альфена дала мне прямое указание и выполнение приказов, которое связано с тем, чтобы уничтожить этого дестройера. Богиня Альфена? Демон в голубой башне? А, слушай, ты говоришь бред. Полностью бред. Веришь ты мне или нет, Гвин, мне требуется твоя помощь, и я без нее не уйду. Ну, можно с ним теперь поговорить, да, что-то сделать, я понял. Так, ну, ладненько, в принципе, я думаю, вы поняли, что за игра. Итог такой, давайте я рекомендую ее собственному прохождению. В ней есть достаточно что-то интересное. Да, и сюжетка интересная, как типичная JRPG-шка. Так что попробуйте, может быть, вам зайдет. И я же на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели этот летсплей до конца. Не забывайте подписываться на канал, поставьте, пожалуйста, лайк и оставьте, пожалуйста, комментарии. Вы мне так поможете в продвижении моего контента. Также ознакомьтесь, пожалуйста, с описанием под этим летсплеем. Там указано много полезной информации касательно моего творчества. И также указаны ссылки на мою карту Сбербанка, на мой Donation Alerts и Boosty для вашей финансовой поддержки. Благодарю всех своих спонсоров с Boosty, всех донатеров, кто донатит на карту Сбербанка и на Donation Alerts, и благодарю каждого своего подписчика на канале. Все вы помогаете моему каналу становиться лучше. Всех обнимаю, всех люблю, всем прощальный кусь, и, как говорится в одном из моих любимых фильмов, увидимся, когда увидимся.